Спасибо. Сегодня для вас выступают звездочки фигурного катания Юлия Жирова и Алена Букина. Заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков. Чемпион России укротитель сальдо Евгений Кузнецов. Чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, укротительница воздуха Яна Хохлова. Чемпионы мира по ледовой акробатике Владимир Беседин и Алексей Полищук. Чемпионы мира среди профессионалов Елена Леонова, Андрей Тальков. Неоднократный призер чемпионатов Европы и мира, многократный чемпион Литвы Оля Васпалинас. Чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр Оксана Домнина, Максим Шевалин. Чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, Мария Петрова, Алексей Тихонов. Двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Татьянина, Максим Маринин. Трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Роман Костомаров. Неоднократный призер чемпионов Европы и мира Маргарита Дробязко. И, конечно, многократные чемпионы Болгарии, двукратные чемпионы мира в танках на льду Альбена Тентова, Максим Савицкий. А также я благодарю танцевальный коллектив города Сочи «Фольклор» под руководством Нины Литкиной. Наши вокалисты Светлана Светикова, Сергей Ли, Ольга Перрона Деменев, Испания. И, конечно, ледовый коллектив «Ледовая симфония» под руководством Марии Орловой. Барабан Вячеслав Онищенко, гитара Сажкалпаков-младший, аккордеон Николай Кулаков. Спасибо! Режиссер-постановщик шоу Кармен Илья Вербух!
беше огромно удоволствие да танцуваме пред всички вас. Благодаря ви още веднъж от сърце и от целия екип. Спасибо, София! Компанию, которая нас поддержала, компанию Эрика Элеватор. Спасибо большое. А также я благодарю руководителя проекта Екатерину Занаву. И то, что мы сегодня здесь, это огромный праздник. Спасибо! Спасибо!